Мне даже сейчас запомнилось, кто-то там рассказывал про текстуры персонажей, там было упомянуто, как там текстурка маленькая делается, как там только половина персонажа, да, текстурится, или там переиспользуются, скажем, там какие-то элементы текстуры. В общем, такие вот вещи, которые как раз именно, ну, на мой взгляд, достаточно базовые, а, кстати, ты, упоминались, поэтому, да, может быть полезно для меня сюда еще. Ты даже прав, потому что я сейчас вдруг вспомнил личный опыт с Кри, и там, знаешь, были уроки в стиле презентация матбокса, знаешь, от Анри. То есть пришел Анри.